Зеленые мухи уже на ней. Она обезвожена жутко. Друзья, я не знаю, что сказать. Я вот сейчас сижу, капаю ребенка. Девочку, которую мы только что забрали на берегу пляжа, где сидят люди, спокойно в волейбол играют, и все это в 10 метрах от собаки, от умирающей собаки. Я не знаю, что мне сказать. Какими словами описать вот это, вот эту картину? Скажите, у нас люди вообще больше, да? То есть четко написано на лбу «Я нелюдь», да? И четко написано «А мы зоошиза». Потому что мы сохраняем в себе остатки доброты. Потому что мы хотим спасти. Потому что мы не хотим, чтобы те дети, которые сидят со своими родителями на берегу пляжа, чтобы они видели вот это равнодушие, с какими их отец жует бутерброд. Thank you.